Мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире, о главных событиях в ближайшие 10 минут далее. Российские оккупанты на рассвете обстреляли позиции защитников Украины в районе Светлодарской дуги. При этом использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Об этом телеканалу UATV сообщил спикер штаба антитеррористической операции Василий Лабай. Под обстрелом противника из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались украинские укрепления возле населенного пункта Луганское. По предварительной информации, в результате утреннего обстрела никто из украинских защитников не пострадал. За минувшие сутки на Донбассе российские оккупационные подразделения 5 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. 3 украинских военных получили ранения. На Луганском направлении из запрещенного Минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета выпустили более 10 мин по украинским позициям вблизи Троицкого. Из тяжелых минометов российские наемники били и на Донецком направлении по укреплениям сил АТО в Песках. Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали защитников Каменки. 27 февраля 2015 года за 20 минут до полуночи 4 выстрелами был убит Борис Немцов. Это случилось за день до запланированного оппозиционного марша «Весна», а также накануне обнародования им доклада «Путин и война», в котором он собирался документально доказать участие российской армии в войне на Донбассе. Он был один из немногих российских политиков, которого называли патриотом России и при этом другом Украины. Своей жизнью и поступками он подтвердил, что это возможно совмещать. Оксана Опрышко продолжит тему. Немцова расстреляли в спину в 200 метрах от Кремля. Его соратники назвали убийство политическим. Это расправа. Других версий у меня нет. В России Немцовых не любят. В России Немцовых не любят. Мы с Борисом дружили, встречались, он был моим политическим советником, как вы помните. Это большой россиянин, не познан Россией. В 32 года Немцов стал губернатором Нижегородской области. Ельцин видел его своим преемником. Он настолько вырос, что его уже можно и в президенты метить. Спустя 6 лет Немцов занял пост первого вице-премьера. После отставки правительства возглавил фракцию «Союз правых сил» в Госдуме. На президентских выборах в 2000 году политсила поддержала Путина. Немцов быстро осознал ошибку. И я не забуду 2001 год. Приезд большой делегации именно правой оппозиции, СПСа, в Киев. Хакамада и еще несколько ихних депутатов Госдумы и больших политических лидеров просто в запой хвалились и рассказывали, как им повезло, какое достижение они сделали. Президентом России стал молодой, хороший, перспективный Владимир Владимирович Путин. И тут я поднимаю глаза, смотрю на Немцова и вдруг слушаю эту фразу. Ну-ну, еще увидим перспективного. С такой иронией, даже с сарказмом. Он уже тогда был поставлен на карандаш как главный враг Путина. Обе каденции президента Путина Немцов жестко его критикует, обвиняет в трагедиях Курска, Норд-Оста, Беслана. Ну, понятно. Его следующий срок. Если первый был кровавый, то следующий был воровской. Да? Вот, распилили «Газпром», распилили там, нет, «Юкос» и так далее. До 2013 года Немцов опубликовал несколько разоблачительных докладов о незаконном обогащении Путина и его окружения. Хищение масштабами в десятки миллиардов долларов никто не расследует. Давайте уж честно скажем, при Путине коррупция перестала быть проблемой, а стала система. В 2004-м Немцов поддержал оранжевую революцию. После Евромайдана критиковал Путина за оккупацию Крыма и Донбасса. Организовал в Москве несколько антивоенных митингов. Это антивоенный марш, антивоенный митинг. Это митинг против безумства Путина. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! В 2015-м Немцов планировал опубликовать очередной доклад о доказательствах присутствия российских войск и вооружения на оккупированной части Донбасса.
Мы их могилы видим, этих солдат. Мы их видим в Костроме, эти могилы. Мы их видим в Пскове. Мы их видим в Нижнем Новгороде, где я губернатором работал. Почему вы, верховный главнокомандующий, отрекаетесь от собственных солдат? Через 3 часа после этого интервью Немцова убили. Вскоре задержали подозреваемых, 5 уроженцев Чечни. Летом 2017-го московский военный суд приговорил их к лишению свободы от 11 до 20 лет. Заказчиков убийства не нашли. В чеченскую версию не верю от слова совсем. Что вот это там Кадыров и так далее. Да, то есть я в это не очень верю. Я не верю там мотивы, тем более, что Борис с отцом Кадырова просто-таки дружил. Я считаю, что нити этого убийства следует искать в Кремле, в самом ближайшем окружении Путина. И думаю, что это связано с Украиной. Мне кажется, Немцова убивали для того, чтобы не было другой России. Вот другая Россия, и Немцов был ее олицетворением. Мне кажется, это причина. В начале текущего года городские власти Вашингтона переименовали улицу перед российским посольством в честь Немцова. Имя политика в дипломатической переписке – как немой укор Кремлю за очередное безнаказанное политическое убийство. Оксана Прышко, Дмитрий Гапон, Александр Бугай, Ярослав Матяш, UATV. Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую Иран за поставку оружия йеменским повстанцам – хуситам. В документе, составленном в Великобритании, армию Ирана назвали, в частности, соучастницей декабрьских ракетных ударов хуситов по Саудовской Аравии. Представители России считают, что обвинения в адрес Ирана не доказаны, а принятие резолюции приведет к обострению конфликта. Представитель США Ники Хейли блокирование документа назвала поддержкой террористического режима. Повстанцы воюют против армии президента Йемена с 2014 года. Его поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией. С декабря хуситы несколько раз обстреляли ракетами территорию королевства. В ответ коалиция нанесла авиаудар по силам хуситов. Правительство Саудовской Аравии обвинило Иран в поставках ракет повстанцам. Тегеран поставки оружия отрицает. В аэропорту Борисполь встретили олимпийцев. Сборная Украины вернулась с Олимпийских игр в Пхёнчхане, где заняла 21 место. Последними прилетели представители лыжного спорта, сноубординга, фигурного катания и обладатель единственной добытой медали – олимпийский чемпион по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко. 29-летний спортсмен из Николаева стал первым мужчиной, обладателем олимпийского золота белых олимпиад в истории независимой Украины. Также он первый украинец, завоевавший медаль во фристайле. Его чемпионскую лыжу от украинского производителя взяли как экспонат в Олимпийский музей Лозанны. По прибытии в киевском аэропорту Борисполь чемпион и его тренер поделились олимпийскими эмоциями с журналистами. Відчуття все одно, вони такі неймовірні. Ощущения невероятные. До сих пор не верится, что это золотая медаль. Мы шли к какой-то медали, но не думали, что это будет золотая медаль. Поэтому я очень рад и каждый раз задумываешься, что это наивысшая ступень, на которую может подняться спортсмен. Я очень счастлив. Это, наверное, будет гордость. Наверное, это гордость, потому что я очень рад за Сашу. Наконец-то нам удалось привезти олимпийское золото в Украину, потому что, к сожалению, так постоянно складывалось, что Украина была донором спортсменов для других стран. И за эти 4 года сделали все, чтобы эта медаль приехала наконец-то в Украину. И мужская сборная Украины по баскетболу со счетом 77-66 одержала победу над командой Швеции в Киеве в матче первого этапа квалификации чемпионата мира 2019. Ключевой для подопечных Евгения Мурзина стала вторая четверть игры, в которой украинцы набрали 25 очков, а шведы 7. Самым результативным у сине-желтых стал Игорь Зайцев – 13 очков, 4 подбора. А у сборной Швеции Томас Масамба, также набравший 13 очков. С 3 победами в 4 матчах сборная Украины возглавляет отборочную группу первого этапа квалификации на Мундиаль. 28 июня украинцы сыграют на выезде с Турцией, а 1 июля дома с Латвией. Во второй этап квалификации проходят по 3 лучшие команды из групп. Это и другая информация на наших страницах в соцсетях и на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск через 2 часа. Оставайтесь с нами и будьте в курсе.